Всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Эмеральд, и сегодня мы играем в стрёмные приключения. Черт возьми, где мы оказались? Ну, где самолетик. Мы походу приземлились куда-то, тут какой-то домик сразу. Уходим, черт, прячемся. Кто это? Так, в общем, это наша подружечка, ее зовут Викос. Абрикос. Да, и она тут сидит, снайперит, охраняет нас вот такой вот землянке. С цветочком вот таким. Я вначале решил немножко прикольнуться, надеюсь, вы это поняли, окей. Так, что ж, давайте разберем все вещи, которые нам пригодятся в этом цикле. Новом, так, значит, это второй сезон. Моя сторона это самая средняя, понял? А моя сторона тогда правая. А, вот, все, я забираю все свои шмоточки. Так. А Вика пускай забирает остальные все. Так, окей. А, куда пойдем? Для начала все это с собой возьмем. Самое главное, это биплан взять с собой. Обязательно, ты что, это же он. Один факел мне дай. Окей, бери. Все, я взял. А. Так, ну что, куда мы пойдем? На, держи. Ну что, братва, куда пойдем? Братва, блин. А как? Бригада. Окей, пошли. Окей, куда пойдем? Пошли. Вот в эти вот джунгли, что ли, акациевые. Акации. О, смотри, это кто там. Ой-ой-ой, какие фризы. Ой, господи, что у меня фризы? Что это было? О, осьминожек. А что я бегать так не могу быстро? Смотри, это крот? Крот. Это улиточки. И прочая флора-фауна. Флора-фауна. О, а это кто, медведь? Это медведь. И еще какой-то медведь. И медвежонок. Нифига, кстати. А, черт, я упал! Куда ты упал? Я упал в водоем. А Мишка, он безобидный вроде как. Это, короче, это Фредди Фазбер. Которого еще из леса не поймали. Не запихнули его еще. Да. Давайте его убьем, может быть. Из него падает лут. Ну да, давай. Тогда ты этим займешься, а вот этим маленьким. Ой, фига себе, маленький, да ударенький. Так. Да. Окей, и куда мы сейчас пойдем? Я думаю, мы пойдем вот туда. Там есть такой няшный остров, там можно, думаю, будет развиться и построить что-нибудь. Или мы будем путешествовать, как думаешь? Я и ты еще будем развиваться. Конечно, развиваться. Путешествовать мы потом будем. У нас все равно биплан есть. Знаешь, какая дискриминация? Смотри-то. Биплан-то для двух людей. Ну ладно, останется. Тогда придется сделать машину, не знаю, четырехместную. Трехместную. А трехместной нету. Есть. Нет. Ну, не знаю, в общем. Все, а теперь поплыли. А теперь сейчас вот так вот будет. Бульк! Ой, господи, какие фризы. Да что ж за фризы-то? Прогружается этот мир прям в онлайн-режиме как-то. Да, прям вот тут вот. Прям вот здесь вот. Прям здесь, да. Ну что ж, у нас вот такой вот подводный мир. Ой, я себя от третьего лица вижу. Вы там пока плывите, а я посмотрю, что тут. Так. Русалки. Русалки? Ой, ну только не дождь. Что за, черт возьми, происходит? Что за глюки, черт возьми, мои глаза? Господи, у меня немножко фризит. Совсем капельку. Окей, солнышко. О, давайте пойдем. Где солнышко? Там солнышко. Странно, у меня солнышко. Это как-то очень странно. Так, окей, идемте сюда. Тут какие-то акации растут, не знаю, что это. Там очень прикольное место, кстати, там можно будет поселиться. Да? Да, и серьезно причем. И тут очень большое, очень классное место. Тут много места. Прям на наши стрёмные приключения классические похожи, только тут везде море. Море. Снейк! Умри! Снейк. О, Ратл, Снейк Эгг. Я яйца Снейк. О, ты сможешь, собственно, змейку вырастить. Ой, да, Как с Лизерио прямо. Да, с Лизера, Айо. Его, типа. Ну да, типа того. Окейчик. Так, ой, это кто там стоит? Вот отличная. О, енотик, смотри. Ой-ой-ой, я пролагиваю в текстурках. Черт. Енотик, смотри. Так, ну тут мы, можно сказать, начинаем. Так. Енотик, привет, енотик. Окей. Так, у кого есть лопата, ребят? У меня нет лопаты. В таком случае я ее построю. Построй лопату. А, вот тут хотите жить? Да, давай тут, я хочу тут жить. Так, мне нужно железо, черт, у меня нет железа. Может, ты камень сделаешь?
Камень, камень, камень. Все, давайте копаем тут. А ведь с камнем не только это можно делать. Что же еще? Что же еще, да. Сделать из него каменную подружку. Это скорее звучало как статую. А я статую не люблю. Тут же есть эти плачущие ангелы. Ой, я их боюсь. Которые, которых ты боишься. Но только шанс по... Ой, камушки. Да. Теперь это мои камушки. Не кидайся в меня. Ай, я валю. Я вообще-то не собирался пока что в тебя кидать. Ну то пока что. А что будет завтра? Так, и во-первых, нам нужно сделать дверь. Дверь? Обязательно, конечно. Сейчас я сделаю дверку, но скрафчу. Так, раз, два, три, четыре, так, пять, шесть. Так, мы тут сделаем такой вот коридорчик, я думаю. Вика, копает сюда вот. Не надо это, пол делать, он уже такой вот уже. Ай-яй-яй! Прости. Ничего. Так, и значит потом подъем наверх будет и вниз, да, как в стрёмных приключениях? Ну, будет не такой подъем наверх, он будет... Ну, короче, скорее... да, придумаем. Он вверху будет вертолет у нас стоять в этот раз. Фига себе. Да. А мы будем копать вниз на самом деле, да. У нас будет... А наверху типа вертолетная площадка, да? Так, дальше не копаем, это у нас будет лифт. Лифт? Да. В смысле лифт? Лифт вверх, вниз. Как интересно. Ну как лифт, ну я называю так лифт. Я боюсь спросить, как ты собираешься это делать. А, давай я еще одну дверку сделаю. Не трать, дерево у меня есть. Так, ну ладно, я хорошо, что не успел скрафтить. Ай! Ты как, ты читер? В смысле? Я сам себя камушком попал. Чёрт. А он отрикошетил тебе в жбан? Да. Ай! Вот, что ты делаешь? А где камушек? Куда ты спер камушек? Камушек! Нет, не уплывай! А ну-ка, оп! Нет. Он на дно укатился, камушек. Все, где камушек? Я попал в тебя. Что за смех был? Ай! Чего? Опять в себя попал, да что же это такое-то? Все, достал кидаться камнями. Нет. У меня мало хп, я сейчас ладно, сдох. Не будем больше кидаться камнями, мы же как-никак друзья. Да? Так, да. Окей, что же, мы тут покопаем. Так, тут да. Мы сделаем... Так, тут мы сделаем... Меняю залог быстрее, чтобы никто не зашел. Тут мы сделаем клетку для мобов из крипипасты. А, да, точно. Конечно. О, и у меня как раз стекло есть. Супер, и у меня, кстати, тоже. Ну, пока это... что у нас тут будет жить Эмеральд. Не надо этого, нехорошо, это нехорошо. Вылезай пока что. Пока что. Если такую неудачную шутку получает камешком. Oh, no! Валим! Дэнчик. Дэнчик. Не знаю, я сам не пойму, что сморозил. Так, всё, выкину камушки нафиг. А ведь нам пора... А ведь нам пора спать, ребят. Спать, да? Да. А откуда мы кровать возьмем? Действительно. Да. Короче, делаю второй этаж. Окей. А я пока сделаю верстачок. А я пока могу без лестницы обойтись. Я могу прыгать так... Смарт-мувинг мне позволяет. Смарт-мувинг позволяет. Даже так. Вот. Блин, тут правда... Чика. Тут земля, и неудобно копать. У Викоса есть большая пушка. Чё? Да. Бойтесь меня, сучки. Как так? Это не культура. Ну-ка, покажи. Так, окей, я так построю. Оу, она мне в глаз залезла, погоди. Оу, ноу. Погоди, стой, держи нормально. Держу. Во, у меня твоя пушка в глаз залезла. Во, стой, дай скриншот сделать. Тут реально как в стрёмных приключениях, прям все такое, знаешь, такая же... Так, блин, надо... Не, так, надо мост строить, ребята. Вот, всё, готово. Как так... бы мы говорили, надо мост строить. Мостецкий, блин. Да. А, мост? Да, давай сделай. Я пока что второй этаж сделаю. Так, вот такой вот мостик у нас будет. Продолжай. Я не знаю, насколько это интересно. Смотреть на то, как я копаю тут. Очень интересно. Так же интересно, как я строю мост. Да. Ой. Ай-яй-яй-яй. Я пытаюсь копать не инструментами, потому что... Ну, землю. Потому что... Потому что ты не хочешь тратить. Да.
Чёрт, где я? Чё, где ты? В смысле? Я не знаю, где я. Как ты не знаешь, где ты? Давай я тебе помогу. Опа! Ай! А чё у меня земля не подбирается? Боже мой, спасибо. Идём. Давай, раз, прыгаем. А чё, вот, чё у меня прыгаем. Земля не поднимается, скажите мне? Оп. Магия. Реально, стой, иди сюда, Эмеральд. Ты где? Вот залезь сюда и попробуй землю подобрать, она у меня не подбирается. Оп. А, подбирается, слушай, а чё ты? О, ну ты странный просто, понимаешь? Вот, ты можешь подобрать ее? Могу. Ты меня вообще видишь? Да. Где я? Не знаю. Наверное, возле меня стоишь. А может быть и нет. Ой, погодь. Окей, мы тут немножечко прибрались уже. Нейзи как раз таки пришел. Да, я отходил. Да. Я тут тоже построил... Почти построил пол. Вот у нас такой пол будет. Да. Пришел Викос, он нам помогает. Да. Викос. О, вот! Нет! И самолет немного повредился. А почему я не могу подбирать, скажи мне? Потому что наказан. Вот скажи мне, где я вообще? Ты наказан просто, понимаешь? Я говорю, где я нахожусь сейчас? Ты находишься вот здесь. А сейчас? А сейчас вот здесь. Просто на меня смотри, смотри на меня. Нет, до свидания, я ухожу. Меняю замки быстро. Ах ты. Прощай. Поменял замки. Ой, ладно, все, меняй обратно. А, ты так открыл. Ну, ладно, пока. Ну что, поиграем еще в камешки? Камешки? Давай, открывай. Ой-ой. Камушки, моя любимая игра. И моя тоже. Ой. Спасибо. Это обмен камнями. Дай! Ой! Мои камушки. Нет, я выкинул камушек. Круто. Смотри, я на камушек поставил булыжник. Да смотри ты. Подбирайся, гадость. Все, пошли дальше строить. Окей. Ты же боб-строитель. Боб-строитель. Ой, там снайпер. Работать негде. Типа, предводитель наш, да? Да. Лоу. Окей, так, что у нас тут будет находиться? Тут у нас будет, скорее всего, вещи храниться, или мы тут спать будем? Ты, короче, пригнись, да? И вот, скорее пробел всего, зажми, и Ctrl нажми тут. Скорее всего, сложно. Больше... Сложно! Да? Большой шанс, что... Не, повернись вот так, конечно. Вот, к этой вот лицом. Ты... Так как тут довольно-таки обширное пространство. И что там за звуки такие стрёмные? Что за медведи? Медведи? Какие медведи? Ты о чем? Ты сказал медведи. Короче, на, залезай сюда. Окей. Если я сказал, то ладно. Ой, всё. Бывает. Что там за фигня? Что ты угораешь, как не знаю кто? Викос не может залезть сюда. Ару, короче, давай лестницу построим. О, уже перетащили сюда верстаки и все такое. Естественно. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Окей. Ой! Тихо. Отрикошеть его. Раз, два, три. Все, можешь залезать. Так, что сундучки размещаем? Сундучочки. Да, давай так, сундуки вверх. Размещаем. О, ратл. Ой, не-не-не-не-не-не. Сейчас мы будем, короче, снейка делать. Снейка? А, давай. Давай, помести его туда, в эту... What? Egg catching soon, keep watch. Не, сломай его. Ой, не-не-не, стоп, правой кнопкой мыши нажми. По нему и по-другому. И вот сюда посели их. Куда сюда? Вот туда. А, окей, сейчас... Правой кнопкой мыши. Ну давай же! Правой кнопкой мыши нажми по нему. Ну давай же, ну почему ты не хочешь... Правой кнопкой мыши, понимаешь? Я нажимаю. Отойди подальше. По-другому нажми. О. Во, и друг. Ты дебил. Так нет, он на тебе спавнится. Ай, я залагал. Нет. Чё? Ой. Ну все, мне конец. Ну, сейчас я тебя спасу. ТП-шни меня к себе.
А, окей. Нет, я не хочу быть застрявшим в текстурках. О, он так красиво застрял в них. Так, окей, теперь придется хорошенько оградить. О, оу, оу! Вот, чё это? Чё он такой гигантский? Змея выросла, как назовём? Как змею назовём? Назовём её, не знаю, Снейкс. Снейкс назовём. Опять я застрял, да что же это за день-то такой? Опять меня тпхни. Окей. А, тихо, не бей змею, зачем змею бьёшь? Это моя змея. Да что ж со мной-то такое сегодня, чёрт возьми? Всё, змею... Ой-ой-ой-ой-ой. Наконец-то. Змея сдохла. Ну пофиг, для нее мало места было, ой, извини. Все, теперь у нас новый экспонат, Нейзи. Ну-ка, сейчас я вылезу. Ты думаешь, у меня его много? Ай-яй-яй! Ай, я залагал, да что за дебилизм-то? Время, умирать. Нет, время. Ладно, нет. Да что за фигня? Ты сервер нестабильный сделал. Ну что это за фигня? А ты умри, ты умри. А сопа где? А, значит... У нас нестабильность какая-то. Чё? Ой, не надо. Чёрт, ой. Так, гейм... Ой, чёрт, Локи, вы с ума сошли. Кек, всё, кек. Змея кек. Я нас сдохла сразу. Короче... Если я опять залагаю в текстурах, сломаю к черту этот блок. Ты умер? Черт возьми, да. Да тебе сдохнуть надо, говорю. Вы сошли с ума. Есть. Так, всё. Теперь можно к вам тпшиться. Ай, все, супер. Так, ну наконец-то. Я хочу как раньше сделать это стульчики сделать и этот и стол. Окей, прикольно, чё. Тогда я пока что сделаю лестницы дополнительные. Окей, сделай. А то у нас есть кривые тут. Эге. По имени Эмеральд и они забраться не могут. Какая шутка смешная. Я не шутил, это правда. Я шутил. Над правдой не смеются. А, над Нейзи смеются. Заткни. Сейчас у нас узнаем, кто кого заткнет. А, значит, обида. Так, вот стульчик. А, теперь надо 3 стульчика делать. Да ты достал. Вот именно. Так, логично. Как стульчик делать. Брат, зачем мне помочь? Зря выкинул камушек только. Сделай борщ. Борщ? Да, покушать, блин. Покушать-то. Раз-два. Пошла я добывать еду. Майнея мне дали достижение. А что это за звание такое? Фиг его знает. Я отлично сейчас пойду на охоту, например. Все, я поставил 3 стула нам, и нам еще компьютер нужен. Да, который крипипаста. А, я опять начинаю подлагивать. Ну ладно, это уже не так сильно. Видно? А, ты когда при беге? Да. Это твой перс хавать хочет. Нет, ничего подобного. Так, окей, я тут нашел немножечко угля, я его добуду. Давай, угольный мастер. Короче, я... О, руды. Супер, руды. Руды. Так. Ой-ой-ой. It's a root day. Я совсем забыл, на какую тут стрелять, на какую прицеливаться. На какую стрелять, на какую убивать. Так, а зачем мост этот большой, длинный? Угадай, для чего? А, не знаю. Но местность похожа на стрёмные приключения. Конечно, похоже. Первый сезон. Первую серию. Знаешь, такое ощущение, что тут все водой залили. На самом-то деле такое ощущение. Вот если бы у меня сейчас TNT было, я бы очень порадовался бы. Ну нет, мы Эмеральду больше ничего не дадим, и джетпаком ему запрещается пользоваться. Почему я ему могу скрафтить, собственно говоря? А, нет, не можешь. Могу. Уже не можешь. Могу. А, я не поставил Industrial Craft. Ах ты. Шучу, он стоит. А, так, значит, что можно сейчас нам сделать? Ой, зря я сюда поставил его, на самом деле. Так, ну ладно. А, остается только сейчас пойти в шахту и усовершенствовать дом.
А, да, нам же нужен этот для призывания всяких... Конечно, конечно. Компуктор нам нужен же. Для призывания компуктеров. Компуктор для призывания компуктеров. Это называется сервер. Сервак. А, ну да, да. Логично. И где все? Странно. Тут никого нет и ничего нет пока что. Ау, ау. What? Где все? А все? Там, где не все. А где не все? Не знаю. А что не знаешь? Вообще ничего не знаю. Ничего? Я PewDiePie нашла. Вот, да? Где? Покажи, я к тебе иду. Иди ко мне. Сейчас, сейчас. Окей. Где? О, PewDiePie. Пьюдик! Он не умирает. Он не умирает. Он бессмертен. А, все. Он смертен. Еще как смертен. Все, и забьем тебя. Он проснулся. Все, он такой улегся. Тут, кстати, есть кактусы. Кактусы? Да. А мне бы покушать кактусов хотя бы. Я нашла еще. Помнишь, мы как в стрёмных приключениях кактусы не могли найти? Это да, это я помню. Это надо их собирать. Обязательно надо. О, стоп, что это за человек? Два друга на PewDiePie. Это не PewDiePie, это... Это его друг, который... У него ник Край какой-то, Край... CryEngine 3. Вот второй. Где? Вообще, походу, убить нельзя, ну ладно. Какой-то, не знаю, пустыня PewDiePie'ев какая-то. Пейте ему в паховую область. О, oh, no! Нет! Я ухожу отсюда. Стой, и 3B? А, да, смотрите, у него... Еще один. Да сколько их тут, черт возьми, деревня. У него хитбокс на ногах вообще. Вот. Офигеть. Хитбокс на ногах у него. Черт возьми. В ноги ему бей. Черт возьми, убейся. Молодец. О, с него слезки газ-то падают. Слеза газ-то. Офигеть. Вот это прикольно. Это круто. Надо таких побольше найти. Mm-hmm. И я не знаю, я бы сейчас кактус прям схомячил. Давай. О, нефть! На, нефть! На, получи! Смотри, нефть. Нефть? Только не утони в ней, как в прошлый раз. А, я помню. Да. Это было неудачно, и я даже не стал это выкладывать. Окей. Во. Ой, я в ней завяз уже. Все, прощайте. Чик-чик-чика! 2 хп, 1 хп. Ой, главное еще не упасть сюда. Я никуда не упаду, потому что я эмеральд. Так, а где наш дом, черт возьми? Ну, знаешь, как можно сделать, как найти дом быстро? Смотри. А-а-а! Уходи! Отошел, я же не спал! А, дык, а ой, точно. А ты спаунпоинт поставь там. Ой, черт. 1 хп, не трогать. Смотри. Так, можно? А, нет. Давай сюда прыгай. Будем с тобой как эти. Нет, я с тобой не хочу быть нефтяным магнатом. Ты хочешь быть бомжом? Боб-строитель. Окей, значит, что тут еще делать в этой пустыне? В стрёмных приключениях не могли найти пустыню. Тут нашли пустыню, и больше ничего тут нету. Да, это печально. О, я, кажется, нахожу наши чё? Места. О, стоп, что это? Воробушек? О, попугайчик какой-то. Где? Он будет вкусно. Птичка. Реально попугай. Окей. Ой-ой-ой. Так, что там у нас есть? Какая-то сигнализация поёт. Опять какие-то леса, акации. Слон! Слон где? Тут слон. Убиваем слона. Еще птичка. Слона. Черт. О, есть, я его убил. У меня есть хайд. Хайд? Да. Че это? Это как тайд, только хайд. Тайд? Типа средство для мытья посуды? Ой, и не только посуды. А еще и людей. Ладно, жестокая шутка. Типа ты бивень нашел, да? На самом-то деле. Так, окей, что тут у нас есть? У нас ничего. Просто тупо Сахара. Какая-то. Сахара с кактусами. Стоп. Это мир нас троллит, потому что он знает, что мы не могли найти кактусы, а теперь тут вон дофига кактусов. Теперь тут кактуса больше, чем карты самой.
Просто на каждом повороте кактусы. Куда не посмотришь, кактусы. Опять эти PewDiePie, я сейчас их бить буду. На! Уйди и иди сюда! Уай! Я на, я... скотина. Нет! Фу. Ну все, сейчас еще и настанет ночь, и все. Ой, и все, приехали. Приехали, все, пиши пропало, придется селиться в другом месте. А, я знаю, где мы построились, ну-ка. Ой, сейчас оборотни полезут, вся такая... Ой-ой-ой-ой-ой. Может, это... на дереве переночуем, не знаю. Как в этих, как в стрёмных, что ли, прямо? Да. Давай, почему бы нет, и на этом, кстати, закончим серию. Да, давайте, доживем до рассвета. Ой, темно, Эмираль, ты... Антиудаун. Дай, дай у меня один факел. Вот. И покушать есть? Покушать нет. Блин. Окей. Чё это? О, скорпионья нога? Или чё это? Давай сюда. А, это. Им защищаться можно. Может не на это дерево, потому что на это скелет. Это. У меня тут хп. Ща, давай тут прорубим, да, и... На контрол, контрол. И сделаем вот так. А-а-а. Сейчас покажу как. Ай. Я залезла. Всё, залезла. Тихо-тихо. Не бейте меня, главное. Как в старых добрых бетах. Да, я так делал часто. Домики на деревьях, это так лампово. Да. Так, окей, дорогие друзья. Что ж. Давай, доживем до рассвета и тогда... Да, доживем до рассвета и тогда продолжим. А вы пока подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока!